Ja, ein sehr, sehr aufregendes und wildes Spiel heute. Сам паузу делает. Сегодня игра, как я уже сказал, была такая необузданная игра и очень волнительная игра. Und nach einem 0-2 Rückstand, der uns wehgetan hat. После того, как мы проигрывали в счете 0-2, что, конечно, команда восприняла очень болезненно. Haben wir eine tolle Mentalität an den Tag gezeigt. Команда показала сумасшедший менталитет, сумасшедшую силу характера. Und haben uns dieses Unentschieden dann sehr verdient und deswegen fühlt es sich an wie ein Sieg. И тут ничья, окончательный счет, это ничья, она полностью заслужена и более того, она чувствуется как победа. Мы ощущаем ее как победу. Вопрос, как вы сами эмоционально себя чувствовали при счете 0-2? Еще верили, что может быть будет ничья или даже можно добиться победы? Wie fühlten Sie sich emotionell nach dem Zwischenstand 2-0? Was haben Sie in Ihrem Inneren gefunden, in Ihrem Herzen? Wie fühlten Sie sich? Ich war ganz ruhig natürlich, aber ich fand es etwas schade für die Mannschaft. Я сохранял свое спокойствие, я очень переживал, мне было жалко команду. Weil wir so viele Chancen heute nicht verwertet haben. Потому что мы столько голевых возможностей упустили сегодня. Und dann war es sehr, sehr schwierig für die Mannschaft, das zu verarbeiten, wenn du 2-0 dann in Rückstand bist. И очень сложно команде вернуться в игру, когда команда проигрывает 0-2. Это очень тяжело, я это знаю. Ich habe die Mannschaft dann immer angefeuert und an sie geglaubt natürlich und deswegen freut es mich auch, dass wir das noch gedreht haben. В перерыве я настроил команду, вернул им огонь, постарался их максимально мотивировать, что получилось, поэтому я очень доволен, что ребята сделали такую реакцию и восприняли мои слова, что привело к заслуженной ничьей. Вопрос такой, со стороны журналисту показалось, что Локомотив старался активно играть в прессинг. Как оцените действия своей команды с точки зрения вот этого компонента игры? Etliche Journalisten haben gemerkt, dass Lokomotiv hat es versucht, sehr aktiv in aggressiven Pressing spielen. Wie können Sie dieses Komponent des Spiels einschätzen? Ja, wir waren mutig. Еще раз повторюсь, команда сегодня играла очень смело. Aber oft ist es so, wenn man etwas Neues einführt. Ну, это всегда, команда иногда так реагирует, когда в команду в какие-то новшества входят, команда играет очень смело. Dass man dann zu mutig ist und zu viel Risiko nimmt. И обычно тогда команда, когда вот происходит что-то новое, команда играет очень рискованно, играет очень храбро, очень мужественно. Und natürlich wollen wir in Zukunft nicht so viele Chancen, Konterchancen des Gegners zulassen. И поэтому я хотел бы верить, что в будущем таких шансов, такого обилия шансов нашему сопернику мы не будем позволять. Игра была очень открытая, мы очень много шансов дали создать нашему сопернику. Aber ein Teil von unserer Spielphilosophie wird natürlich sein. Ну, одна часть нашей философии командной, это, конечно, будет то, что auch hoch zu attackieren und mit mehr Risiko zu spielen. Attackovat очень высоко и играть с большим риском, с большим риском. Следующий вопрос. По статистике Локомотив заметно больше владел мячом, чем соперник. Как вы оцените вот с этой точки зрения то, что вы хотели бы добиться в этой игре? Im Spieldaten hat es gezeigt, dass Lokomotiv mehr im Ballbesitz war als unser Gegner. Wie schätzen Sie dieses Spielkomponent ein? Ballbesitz, ist das so wichtig? Ballbesitz ist nicht das Wichtigste für uns. Владение мячом, процент владения мячом, это не самое главное для нас. Wir werden aber trotzdem oft mehr Ballbesitz haben wie der Gegner. Но в любом случае я хотел бы, чтобы моя команда имела больше процент владения мячом, чем наш соперник, не в зависимости от этого. Entscheidend für uns, für die Zukunft ist aber, wie wir uns verhalten, wenn wir den Ball gewinnen. Самое главное – это то, как команда ведет себя, как команда реагирует после того, как мы отбираем мяч и возвращаем себе мяч, что мы делаем с мячом. In den ersten Momenten nach Ballgewinn, da müssen wir mehr draus machen. В первые моменты после того, как команда отберет мяч, мы должны работать больше, мы должны более активно играть первые секунды после отбора мяча. Там такой вопрос. Как оценить игру Герану Керкас с точки зрения того, что он несколько раз вступал в отбор удачно? Wie können Sie Girano Kirk einschätzen? Er hat sehr erfolgreich Zwischenkämpfe, diese Duelle gemacht, durchgeführt. Ich fand, er war heute ein sehr wichtiger und guter Spieler in unserem Team. Это был очень важный и очень хороший игрок в нашей команде сегодня. Hat speziell auch in der ersten Halbzeit sehr viele
Bälle mit dazu beigetragen, dass wir in den 16er kommen. Он очень много поработал, протащил очень много мячей и очень поспособствовал тому, что в первом тайме мы часто врывались в штрафную соперника. Wir sind nur kurz vor dem Tor in 15 Meter Abstand nicht mehr zum Schuss gekommen. Единственное, ему не удалось в небольшой дистанции от ворот, где-то метров 15, подойти к тому, чтобы нанести удар по воротам. Это ему, к сожалению, удалось. Aber Kirk hat ein gutes Spiel gemacht. Но я могу сказать, что Герано Кирк сыграл отличную игру. Такой же вопрос, который уже был на флеш-интервью, просят пояснить замены. Können Sie ein paar Worte, wir haben schon diese Frage beantwortet in unserem Flash, können Sie ein bisschen Ihre Aus- und Einwechselungen erläutern? Warum Sie zwei Spiele genommen, ausgenommen haben und eingewechselt? Erstmal ist es mir wichtig, dass es bei uns nicht 11 Spieler gibt, sondern einen ganzen Kader und jeder einzelne Spieler sehr wichtig ist. Как бы база ответа на этот вопрос это будет, будет то, что для меня команда это не 11 игроков, я уже отвечал на этот вопрос. Для меня команда это все игроки, которые находятся в моем расположении. Для меня вот эта команда. Und wenn viele Spieler auf ähnlichem Niveau sind, и когда много игроков на примерно одном и том же уровне, высококачественные игроки, dann kann man auch mal früher wechseln. Можно делать замену рано. Weil man sich dann einfach einen neuen Impuls auch erhofft für die Mannschaft. Просто чтобы придать команде новый импульс. Und alle Einwechselspieler waren heute wirklich top und haben viel die Mannschaft noch einmal nach vorne gebracht. Те игроки, которые вышли сегодня на замену, сегодня сыграли отлично. Они придали команде еще один импульс, свежий ветер и помогли команде бежать вперед, атаковать.